5 лет назад мы начинали с 65 участников, а в этом году точное количество мы еще не подсчитывали, но заявок очных участников было около 500, плюс еще заочные участники. Эмоции разные. Наверное, взрослые люди больше осознают, что они читают, что это, что в письмах жизнь людей. Людей, кто-то из них выжил, большинство погибло людей. В письмах и боль, и какие-то ожидания, и надежды, и просто человеческие отношения, жизнь. Читала свое письмо своей семьи. Это мой прапрадедушка, который всю блокаду пережил в Ленинграде. Письмо написано 1 сентября 1941 года, то есть за 7 дней до начала блокады Ленинграда. Когда я впервые прочитала эти письма, их несколько, я только одно сейчас прочитала, почувствовала, что я никогда не видела этого человека, он умер задолго до моего рождения, но я понимаю, что это моя семья, что это действительно те люди, которые пережили это время, которые рассказывают о том, как это было. В письме есть фраза, что стрельбу слышно, но все говорят, что Ленинград не отдадут. Несмотря на то, что у меня в семье есть участники войны, в том числе живые, ветераны, буквально вот меньше недели назад, в субботу в прошлую, мы отмечали юбилей моего деда, ему 100 лет исполнилось, он участник, ветеран, 8 государственных наград, то есть прошел всю войну, вплоть до, собственно, Восточной Европы. И, читая это письмо, не знаю, дрожал ли голос, но волнение очевидное испытывал. Поэтому мне кажется, как тому, кто занимается как раз такими образовательными форматами, практикоориентированными, да, реконструкциями в некотором смысле, да, событий, моделированием событий, вот кажется, что это как раз тот формат, который пробирает до глубины души. Нам очень радостно, что именно такие мероприятия проходят на нашей выставке. Конечно, мы считаем, что это очень важно для подрастающего поколения. Мы все время говорим о том, чтобы мы не забывали то, что было. Это самое главное, чтобы, если мы не хотим, чтобы это повторялось, мы не должны это забыть.